Здравствуйте, здравствуйте, доброго хоккейного дня, уважаемые болельщики, любители хоккея. Говорит и вещает уфимский городской дворец спорта. Начинается совсем скоро у нас тут игра Олимпэт чемпионата молодежной хоккейной лиги между Талпаром и Сарматами. Бабенко. И этот парень обладает лазерным по точности броском. Я только хотел об этом сказать, и он нам его наглядно продемонстрировал. Матвей Бабенко, 1-0, Талпар. Большинство реализовано. Ну, казалось бы, нет, да, моментов, ничего не создается. Не клеилось вот это большинство, но все-таки расставились уфимцы. Кочуров по левому флангу забрался в зону. Кочуров, перевод, и 2-0. Марсель Шайхутдинов в первом же матче отличается шикарной шайбой в исполнении Талпара, но и все закономерно. Первую минуту, разве что, да, поактивнее смотрелись Сарматы, ну а дальше уже Талпар инициативу перехватил. Сидоров. Момент у Кадырова, и спасает Голубев. Остается счет неизменным. Ну а так хорошее у уфимцев вот сейчас получилось. Шумилов на Галиева. Перевод, и 3-0. Марсель Шайхутдинов. Дубль. Шикарная комбинация. Раскатали оборону Сарматов сейчас. На хоккеисты юлаевской молодежки. И какой же замечательный дебют получается у Марселя Шайхутдинов. Михаил Иванов попадает под силовой от Кадырова. Денис просто хорош. Этот момент, я думаю, пойдет во всяческие топы по силовым приемам. Михаил Иванов с кистей. Неплохо, но Семен Визовой очень спокойно. Пермяков. Бросок, подставление, и 4-0. Михаил Переседов со второй попытки удачно подставляет. Первый раз шайба чуть разминулась со штангой, ну а во втором случае подставление Переседова оказалось голевым. 4-0 во втором периоде. Чуть-чуть не везет сегодня вот именно в завершение Сергею Колесникову. Он все делает шикарно. Но вот сейчас снова момент, и Сергей Колесников. Нет, не удается забить и в этот раз. Зато Матвей Бабенко это делает. Да. Дубль Матвея Бабенко. 5-0. Талпар. Причем позиция-то была не самая, прямо скажем, убойная, да, у Матвея. Сложнейшее испытание для Талпара. Бросок Можаева, и где там шайба? Шайба в ворот. Забивают Сарматы в итоге. Причем от конька, по-моему, Леонид Бало шайба в сетке оказалась. Ну и кто автором шайбы у нас становится? Егор Разумняк. Захаров, и еще одна шайба залетает в ворот Талпара. Вот это да! Что это с уфимцами так? Две подряд пропущенные шайбы в меньшинстве. И смотрите, Сармат это добавляет интриги. Михаил Иванов за воротами. Последние две минуты третьего периода. Бросок очень мощный, Визовой дважды свою команду выручает. Ну что, поздравляем талпаровцев с победой, с заслуженной победой. Со счетом 5-2 уфимцы сегодня обыгрывает оренбургских Сарматов. Спасибо вам за внимание, и до новых встреч на хоккее.